Добрый день всем! В этом видео я хочу рассмотреть такой вопрос, как можно создать интернет-сайт, интернет-ресурс с помощью PHP фреймворка Laravel. Мне пришла идея к тому, что у меня есть канал. Да, на YouTube есть своя статистика, можно смотреть, но как-то хотелось бы еще сделать свой собственный сайт. Были ряд идей. Можно было взять готовую КМС-ку, типа Joomla, WordPress, там Drupal. КМС – это Content Manager System. То есть вы устанавливаете его, и у вас уже ничем не болит голова. Там авторизация, там какие-то модули. Но уже если вы хотите что-то там добавить, какую-то новую фичу, добавить какую-то новую возможность, то уже там будут свои чуть проблемки. Я решил пойти по другому пути. Есть такой фреймворк. Что такое фреймворк? Фреймворк — это коробка, где есть все. То есть там уже весь функционал есть заложен. Но надо всего лишь взять то, что надо мне. У меня пал фреймворк Laravel. Почему? Потому что я на нем работаю. А когда начинал работать, он мне понравился тем, что там можно подкрутить Vue.js, подкрутить разные фичи, которые помогут в работе с авторизацией, с правами, сделать такую систему гибкую, как мне надо, со всем этим функционалом. И где же его взять? То есть мы можем скачать его, перейдя на сайт laravel.com. На данный момент версия последняя 7x, то есть 7. Если вы не знаете, допустим, где что почитать, то переходим на сайт laravel.com, documentation, install Laravel. И тут что требуется? Он устанавливается очень легко, но есть свои нюансы. Нужно установить композер. Тут прямо пишет, что для установки нужно установить композер. Давайте откроем. Вот композер. И его скачать. Это documentation. Download. Вот это можно с помощью Linux, то есть с помощью PHP файлов. Или вообще взять, скачать экзешный файл для Windows. Мы будем работать среди операционной системы Windows 10, но честно лучше в Linux. Но программа, которую можно записать видео, она у меня пока на Windows. Так, install. Мы его устанавливаем, потом мы делаем глобальный require, то есть глобальный пакет. И всего лишь мы делаем, то есть Composer Global, то есть глобальный пример, и установить. Или установить, допустим, проект. То есть Composer, Create Project, Laravel, Laravel Blog. И все установятся нужные файлы. Но давайте мы... Но у вас должен быть установлен база. Если нету Apache или NGX, нету веб-сервера, это не страшно. То есть с помощью команды php artisan-server, сервер, вам позволит запустить его на 120, то есть на localhost, порт 8000. Если вы хотите установить сразу и веб-сервер, то есть ряд множества готовых решений. Есть XAMPP, тут сразу сложено и почтовик, и Perl, и PHP, и работа с базой, и сама база. Но мне больше подходит Laragon. Понравился. Почему? Потому что тут уже есть сразу установка Laravel. То есть вы не знаете ни Composer, ничего. Вы знаете Laragon. С ним все устанавливается. И вы уже всего лишь одной командой. Давайте я вам даже покажу. У меня он есть. Одной командой быстро создать Laravel.
Тут еще есть разный WordPress. Ну, попробуем с помощью командной строки, как пишет нам документатор. В папке 3W мы с вами создадим, запускаем консоль. Чтобы узнать, какая версия, мы можем php-v 7.2.19. Так, Ларагону, ой, Ларавелю. Надо версия 7.2.5. Она подходит. Сразу какие нужны еще файлы php-шные, чтобы они работали. Если их не будет не хватать, при установке композера будет ругаться. Давайте попробуем установить. И установим, допустим, вот так. Копируем композер. Блок, давайте так напишем. My blog. То есть будет создаваться проект My blog. И какое-то время ждем. Прошло какое-то время. У нас наш Laravel Framework установился. Откроем папку. Ну, точка идеи, это я с помощью PHP Storm уже создал проект. Создается сразу папочка, но мы уже в дальнейшем ее будем исключать. Для того, чтобы Git нас его не использовал. Создается множество папок. Vendor это уже папки, которые уже классы при установке используются, то есть при даже когда будете репозитарий куда-то то есть заливать репозитарий, она вам папка не нужна, нужен только JSON файл, который будет знать, какие классы нужно будет установить, и уже сам фреймворк Laravel их подключит. Вот наш PHP Storm. Я говорил, что очень удобно. Есть командная строка. Давайте запустим и посмотрим страницу, которую она нам предложила. Ну, давайте теперь запустим наш Laravel, то есть наш сайт, и посмотрим, что на главной странице нас приветствует. С помощью команды php artisan Серве. Вот создалось. Копируем. Если мы видим нашу страницу, наш Laravel работает замечательно. Все хорошо. В этом видео, в таком маленьком, коротком видео, мы с вами рассмотрели Laravel. Как его можно установить на свой компьютер. В следующем видео мы с вами рассмотрим, как работать с маршрутами, как создать контроллер и как сделать представление. То есть создадим свои маленькие странички, которые будут в зависимости от нашего маршрута выводить ту или иную информацию. И уже мы с вами рассмотрим структуру моего будущего сайта. То есть, что, какой будет интерфейс, какое будет меню и как мы уже будем дальше с этим сайтом работать. Большое вам спасибо. Подписывайтесь на канал и будете в курсе новых событий.